Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в Сеном и очень хочу вам показать сельскохозяйственную ярмарку выходного дня, которая приезжает к нам в поселок. Здесь очень много фермеров, и мы с вами пройдемся по ярмарке и посмотрим, какие цены, какую продукцию здесь продают. Так, здесь у нас продают мандарины по 85, яблочки есть по 100, хурма по 90, по 120. Гранат по 130, такая хурма, лимончики, виноград, киви. Масло сливочное. 487. Перчики по 35, по 70, помидоры, другие фрукты. Перепелиные яйца даже, пастила из различных фруктов. Также здесь у нас продают крупы. На каждой пачке написана стоимость. Геркулес, ячмень, пшено, рис, гречка и всякое прочее. Да, вот это как домашняя. Она бывает в обычных пакетах. Макаронные изделия. Да. Вот так на асфальт, гречка по 60, вниз, рис по 50, по 70, по 80, семечки даже продают. Масло также, всякие консервы, чаи. Это сложно. На выбор пачку. Также у нас продают картошку 22 рубля за килограмм. Также приезжают к нам вот такие фургончики, где продается мясное, мясные изделия, сыр и прочее. Это очень пользуется спросом. Капуста, написано воронежская, 18 рублей на засолку. Ну и кто-то также продает мед. Грецкие орехи, свекла 20 рублей за килограмм. Также продают у нас здесь различные сладости, печеньки, конфеты. Всякие такие виды, которые не продаются в магните. Также к нам приезжают и продают саженцы. Написано, что со станицы Запорожской. Вишни, инжиры. Гранаты, айва, хурма, черешня, слива, нектарины, персики. В мешке вы брали, да? Или в мешке? Ну, на мешок, в мешок. Смотрите, даже лаванда продается, розмарин, различные виды винограда. Различные елочки, туйки. Можно что-то для украшения своего сада выбрать. Также здесь у нас продают тюльку. 150, да, у нас да, она? 150. Она вообще откуда? Ну, Азовская? Керченская. А, Керченская. Это что, это тюлька? Марина, свежая. Вот, даже с Керчи привозят к нам на ярмарку рыбку. Также вот свежая рыбка. Мука, сахар в мешках. Тоже вот масло. Мед. Еще рыбка. Копченая. Это магазин. Они останавливаются и берут и масло, и... Даже тыквы продают, чесночок, лук, видимо, на посев, орешки, миндаль, фундук, сухофрукты, да, у вас тут? Сухофрукты, да, там это, яблоки, руши, сливы. Когда у нас на квартире... Ну,
Это у вас зизифус, да? Да.